Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Приехал в лес полюбоваться вот такой красотой. Хочу вам ее показать. Посмотрите, как чудесно. Приехал я, чтобы посмотреть, как цветет лилия кудреватая. И вот она. Посмотрите. Чудесное растение. По-местному мы ее называем саранка. У ней корень, как луковица чесночная, желтого цвета. Раньше в детстве мы ее кушали. Но сейчас вот только любуемся. Вот одна уже цветет. Вот другая только-только начинает. Скоро зацветет. Такой чудесный лес у нас. Покажу сейчас вам ее поближе. Посмотрите. Полюбуемся этой красотой. Растение довольно редкое. Но оно растет практически везде. В красной книге. Такая вот она. Чудесная лилия. На фоне неба голубого. Красота. Еще хочу рассмотреть ее и вам показать. Красотка лилия во всей своей красоте, изящная. Столько здесь цветов разных, названий, конечно, я их не знаю, мы просто полюбуемся ими, полюбуемся этой красотой, цветочками. Какие. Хорошо в лесу. Воздух свежий. Сосны шумят. Идиллия. Ветер сосны качает. Соточка сидит. Маленько. Маленько. Вот и что. Лилия кудреватая. Цвет набирает. Скоро распустится. Порадует своей красотой.
Вот Иван-чай начинает твести. Первый я увидел. Скоро будем заготавливать Иван-чай. Вот заросли шиповника. Такие красивые цветы у него. Цветет. Какой кустик нашел в лесу. Красивый. Полюбуемся. Такие яркие-яркие цветы, розы уральские. Чё? Чудесно. Вот встретил еще один кустик. Шикарный. Смотрите, какая красота. И цветы. Красота. Ну, друзья мои, прогулялись, посмотрели на эту красоту. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.